В одной из работ Беньямина Харшава, посвященной роману Толстого «Война и мир», обнаруживается следующее примечательное обобщение. Characters, plots, ideas, time, space, style, etc. are built by the reader from discontinued elements in the text and are reorganized according to their inherent principles. For example, time elements are organized in their chronological order, ideas in their logical order, etc. This reconstructed level is the one that is usually discussed in interpretations of a text and literary theories. Unfortunately, in many theories and interpretations, it is not always clear whether the scholar discusses something given in the text or something constructed in the or something constructed or understood by himself as a reader. A writer, however, does not present us with plots, ideas, rhyme, patterns, etc., but with a text which unfolds step after step before the reader. He has to shift from sentence to sentence, from paragraph to paragraph, from scene to scene, and to justify such shiftings. Any close observation of a text shows a high degree of organization of the text continuum, which is separate from the organization of the reconstructed level. Цель моего доклада заключается в демонстрации общих принципов извлечения из текста того, что в принципе можно извлечь из текста, на основе членений, заданных текстом как таковым. Материалом доклада является первая, то есть русская редакция романа «Приглашение на казнь» «Invitation to a Beheading» Владимира Набокова-Сирина, а еще точнее тот первый авторский вариант русской редакции текста, который был помещен в журнале «Современные записки» за 1935-1936 год и републикован парижским издательством «Дом книги» в 1938 году. Сообразно с тематикой данной конференции, мой анализ будет сосредоточен на двух статичных мотивах, на мотиве воды и, соответственно, на мотиве камня. Не слышно? Да? Ага, вот так. На мотиве воды и, соответственно, на мотиве камня. Совершенно очевидно, что когда мы анализируем текст, то, что принято называть в теории текста мотивом, каким-то образом должно быть лексически манифестировано. Соответственно, если мы не хотим говорить о себе, а говорить о тексте, мы должны сосредоточиться, в частности, на распределении тех слов, которыми обозначен в тексте тот или иной мотив в рассматриваемом нами тексте. Начнем с воды. В русском тексте романа «Приглашение на казнь» «Invitation to a Beheading» лексема «вода» встречается неоднократно. Первый раз она встречается в шестом предложении, то есть уже в первой главе. «Был спокоен», пишет повествователь от Цинциннати, которому только что вынесли смертный приговор. Однако его поддерживали во время путешествия по коридорам, ибо он неверно ставил ноги, вроде ребенка, только что научившегося ступать, или точно куда проваливался, как человек, во сне увидевший, что идет по воде, но вдруг усомнившийся, да можно ли. В последний раз лексема «вода» встречается в 18 главе в 2283 предложении. Это фрагмент из последних записок Цинцинната. «Мне совестно», — пишет Цинцинат, — «душа опозорилась». Это ведь не должно бы было быть. Только на коре русского языка могло вырасти это грибное надгубье сослагательного. О, как мне совестно, что меня занимают, держат душу за полу. Вот такие подробы, подрости лезут, мокрые прощаться, лезут какие-то воспоминания. Я, дитя, с книгой лежу, убегущий шумом воды на припеке, и вода бросает колеблющийся блеск на ровные строки старых-старых стихов. О, как на склоне! Ведь я знаю, что этого не надо, и суеверней, ни воспоминаний, ни боязни, ни этой страстной коты, и суеверней. И я так надеялся, что все будет прибрано, все просто и чисто». Всего в тексте романа, а в тексте «Приглашение на казнь» 20 глав, 2696 предложений,
39 742 слова. Лексема «вода» встречается 19 раз, в том числе и в форме множественного числа, то есть в форме «воды». К этим 19 случаям словоупотребления следует добавить два случая употребления прилагательных, которые связаны с водой. Это «водный», «водная гладь», а также в описании «Тамариных садов», а также прилагательное «водянистый», когда в предпоследней главе, перед тем, как Цинцинната отведут на казнь, в его камеру залетает бабочка, тюремщик Родион начинает пытаться ее ловить. А бабочка, у которых на крыльях водянистый узор, от тюремщика ускользает. Итак, водная гладь в начале текста и водянистый узор в конце текста. Лексема «камень», в отличие от лексемы «вода», в тексте встречается два раза. Первый раз в главе 13 в 1690 предложении. В этой главе Цинцинната Ц навещает его палач, мсье Пьер. Цинцинат еще не знает, что это именно тот человек, который его обезглавит. И они играют в игры, они играют в шахматы. А мсье Пьере сказано, он разложил шерстяную шашечницу и пухлой рукой с сведенным мизинцем расставил фигуры, прочно сделанные по старинному арестантскому рецепту из хлебного мякиша, которому камень мог позавидовать. Второй и последний случай употребления лексемы «камень» в тексте романа встречается в той же 13 главе в 1727 предложении. Издеваясь над Цинцинатом, мсье Пьер говорит ему следующее. «Да, красная роза в зубах, черные ажурные чулки по сии места и больше ничего. Это я понимаю, это высшее. А теперь вместо восторгов любви сырой камень, ржавое железо, а впереди, сами знаете, что впереди». Казалось бы, мотив воды в романе куда более частотен, чем мотив камня. 19 словоупотреблений воды и соответствующих падежных форм и всего 2 случая появления камня. На самом деле это не совсем так. В романе 23 раза употребляется прилагательное «каменный», в том числе и в такой сложной составной форме, как каменно-плотный. Не обобщая все эти случаи в алфавитном порядке, я просто прочитаю те словосочетания, в которых встречается каменный, по мере того, как они встречаются на протяжении текста. Итак, каменные ступени, каменный пол, бледный каменный свет, каменная лестница, каменный парапет, каменная тоска, каменный пол, каменная камера, каменная глушь, каменный капитан, каменный пол, каменная галерея, каменная ночь, каменная темнота, каменный пол, каменные мешки, каменная крутизна крепости, каменно-плотный картон, каменная площадка, каменные переходы, каменные мостики. Каменный пол встречается 5 раз. Таким образом, введение мотива воды, так сказать, непосредственно с помощью существительного, происходит 19 раз и 2 раза с помощью прилагательных, которые связаны с тем же корнем. Что же касается введения мотива камня, то непосредственно с помощью существительного мотив камня вводится в текст романа 2 раза, с помощью же прилагательных 25 раз. Как можно интерпретировать эту морфологическую асимметрию? Почему в случае с водой у нас употребляются существительные, а в случае с камнем употребляются прилагательные? Объяснение, мне думается, довольно простое. Если вода представляет собой субстанцию, то камень субстанции не представляет. Вода – это субстанция, камень же – это строительный материал. Соответственно, сочетания с атрибутивной связью с водой будут гораздо менее частотны, чем сочетания с атрибутивной связью, как каменный пол, каменные парапеты, каменная лестница,
Они будут более частотны, потому что они будут обозначать, из чего, из какого материала сделан пол, парапеты или лестница. Из воды же ничего не делается. И, в смысле, из воды ничего нельзя построить. Да? Ни дома, ни крепости, в которой может быть заточен тот или иной человек. И в этом смысле текст романа не исключение. Он вполне корреспондирует логике той реальности, в которой мы с вами живем. Сочетаются ли мотив воды и мотив камня в рассматриваемом тексте? Собственно, как подсказывает здравый смысл, в реальности, которую мы можем назвать внетекстовой, не относящейся непосредственно к приглашению на казнь, вода и камень сочетаются и образуют единство в фонтане. В тексте приглашения на казнь лексема «фонтан» встречается 7 раз. Из этих 7 раз 2 случая относятся к предпоследней главе, где Цинцинната и мсье Пьера везут на пиршество у высших чиновников города, и там упоминается, все они очень неприятны, один из неприятнейших персонажей, который встречается в этой сцене, это начальник городских фонтанов. Итак, из 7 употреблений лексемы «фонтан» 2 случая к фонтану, собственно, не относятся, а относятся к человеку, который фонтанами ведает. Другие 5 случаев действительно являются сигнификатами того фонтана, который существует в изображенной в романе реальности. Кроме, собственно, так сказать, синкретического введения мотива воды и камня, которые слиты в такой структуре, как фонтан, в тексте романа есть также фрагменты, в которых рассматриваемые мотивы вводятся или по принципу сходства, или по принципу смежности. На первой странице дополнительных материалов докладу вы видите, там подчеркнуто курсивом, появление фонтана, а на следующей странице вы видите случай, где вода и камень где вода и камень сочетаются сначала по сходству, а потом по смежности. Рассмотрим случай сочетания этих мотивов по смежности. 5 глава начинается с того, что Цинцинату говорят: «Позвольте вас от души поздравить». Цинцинат считает, что за ним пришли, и сейчас, собственно, его отведут на плаху. Когда выясняется, да, он говорит: «Я готов, я сейчас оденусь, я знал, что сегодня». Выясняется же, что его не собираются казнить, что ему сейчас представят его наперсника и товарища по играм. До этого Цинцинат находился в заключении один, а сейчас у него появился еще один заключенный. По мере чтения текста мы понимаем, что это палач. Цинцинат опять пустился на койку и сказал: «Да, это нехорошо, благодарю». «Да, это хорошо. Благодарю вас, кукла, кучер, крашеная сволочь. Простите, я немножко». Тут стены камеры начали выгибаться и вдавливаться, как отражение в поколебленной воде. Директор зазыбился, корька превратилась в лодку. Цинцинат схватился за край, чтобы не свалиться, но уключина осталась у него в руке. И по горло, среди тысячи крапчатых цветов, он поплыл, запутался и начал тонуть. Шестами, баграми, засучив рукава, принялись в него тыкать, поддевать его и вытаскивать на берег. Вытащили. «Мы нервозны, как маленькая женщина», — сказал с улыбкой тюремный врач, он же Родриг Иванович. Цинцинат не первый раз к этому моменту падает в обморок. Первый раз он падает в обморок в первой главе. Но описание обморока в первой главе не достигается другими выразительными средствами. Здесь же у нас трансформируется тот мир, который окружает Цинцината, и каменные стены, его камеры, обретают сходство с водой. Это и есть случай, когда камень и вода сближаются по сходству. В той же пятой главе, мы обнаруживаем и пример сочетания мотива воды и мотива камня по смежности. Следующий пример, который начинается с 705-го предложения.
ища, чем себя занять и как оживить вялое время, Цинцинат решил освежить свою внешность ради завтрашней Марфеньки. Специально акцентирую ваше внимание на этом предложении. Если вам до сих пор кажется, что Владимир Набоков силен безупречный стилист, перечитайте это предложение еще раз. Родион согласился притащить опять такую же лохань, в какой Цинцинат полоскался накануне суда. В ожидании воды Цинцинат сел за стол. Стол сегодня немножко колыхался. Над качающейся у пристани лоханью поднимался ничем не виноватый, веселый, заманчивый пар. Цинцинат порывисто, в два быстрых приема, вздохнул и отложил исписанные страницы. Из скромного своего сундучка он извлек чистое полотенце. Цинцинат был такой маленький и узкий, что ему удалось целиком поместиться в лохани. Он сидел как в душегубке и тихо плыл. Красноватый вечерний луч, мешаясь с паром, возбуждал в небольшом мире каменной камеры разноцветный трепет. Доплыв, Цинцинат встал и вышел на сушу. Итак, мотив воды здесь вводится не непосредственно употреблением лексемы «вода», употребляется лохань, которая уподобляется душегубке, над этой лоханью поднимается пар, и тут же отмечается то, что дело происходит не где-нибудь, а в небольшом мире каменной камеры. Итак, вода и камень оказываются сопряжены по смежности. В заключение стоит добавить, что ко всем перечисленным выше примерам и функционированию камня в системе рассматриваемого романа нужно добавить также и случай из 7 главы, который звучит следующим образом. Позвольте вам представить месье Пьера. Мы редко об этом задумываемся. Когда мы читаем роман по-русски, скорее всего, не задумываемся вообще. Когда мы читаем роман в переводе на французский язык, это нам приходит на память. Пьер – это значит камень. Цинцинат будет обезглавным человеком, которого зовут месье Пьер. Какой из этого можно сделать вывод? Можно ли противопоставить Цинцината и месье Пьера как камень, который ассоциируется с Пьером, и, соответственно, например, вода, которая ассоциируется с Цинцинатом? Возвращаясь к цитате из Беньямина Харшава, я хочу сказать, что и то, и другое сопоставление может быть сделано, а может быть и не сделано. Почему оно может быть сделано? Оно может быть сделано действительно потому, что Набоков превосходно владел французским языком. Он прекрасно знал, что «Пьер» — это слово, имеющее значение. Если слово «цинцинат» не вызывает у нас каких-либо этимологических ассоциаций, скорее всего, они могут быть преимущественно фонетические, то «Пьер» действительно это может быть воплощение, так сказать, определенной этимологии. Но если «палач» — это камень, можно ли сказать, что «цинцинат», то есть жертва — это вода? Можно, но совершенно не нужно. Почему не нужно? Потому что это, в принципе, невозможно доказать. Мне думается, что такое сопоставление будет как раз говорить больше не о тексте, а о том, кто говорит. И почему? Нет труда доказать то, что Цинцинат и Пьер действительно противопоставлены. Начнем с того, что Цинцинат худой, Пьер толстый. Им оба по 30 лет. Цинцинат усатый, Пьер безусый. Цинцинат учитель, Пьер работает с людьми, но в другом качестве. Пьер воняет, у него пахнут ноги, об этом говорится несколько раз. Цинцинат же, как и многие другие положительные герои Набокова, действительно склонен к водным процедурам. Вода и камень, мне думается, не должны быть непосредственно связаны с теми персонажами, которые выступают в этом романе, потому что, во-первых, камню не обязательно должна противопоставляться всегда вода. Это могут быть и ножницы, и бумага. Это зависит от контекста. Это первое. Во-вторых, памятуя о том, что месье Пьер, вот так сказать, каменный, мы можем скорее направить течение нашей мысли не на сопоставление и противопоставление двух главных героев романа, а на объяснение того, а почему вот романный мир такой, какой он есть.
понятно, и в многочисленных работах, посвященных приглашению на казнь Вайтачинто Бихарик, об этом писалось неоднократно, что Пьер, конечно же, ассоциируется с балаганным Петрушкой. Но если филологу уместно пытаться реконструировать тот уровень, который мы могли бы назвать уровнем авторских интенций, мы могли бы дать ответ на вопрос, почему в этом каменном мире, тюремном мире, тюремщика зовут именно Пьером, и понять, что зовут его именно Пьером, не только по балаганной причине и не только по ассоциациям, которые Петрушка вызывает с масленичным балаганом. Благодарю за внимание. Андреич, пока вы не заговорили про Пьер, я сидел и думал, то есть удивление у меня некоторое было, но отчасти пассаж про Пьера его скрасил. А почему вы отождествляете мотив, реализацию мотива с Алексеем? Ну, в конце концов, ну, если говорить о воде, ну, есть какая-нибудь речка Стропь. Значит, библиотека городская названа в честь человека, да, библиотека не доктор Симов, он нарушил как раз вместе городской речки. Да? Значит, человек ушел в воду, в фигуральном выражении, в честь, но у нас библиотека. Идиотический ход, конечно, но тем не менее, что он есть. Ну и так далее. То есть это я к тому, что там водяной мотив, так же, как и каменный, я думаю, да, он реализован многими способами, так сказать, разными способами. Если говорить о системе этих мотивов в общей структуре, так сказать, то, что он роман, то, наверное, это надо было брать шире. Не могу не согласиться, конечно, это должен быть тезаурус. Да? Понятно, что мы можем говорить, если мы действительно говорим о мотиве, мы говорим о семантическом поле, да, то есть действительно и речка, да, дальше мы должны посмотреть на атмосферные явления, которые происходят, да, опять-таки посмотреть, нет ли льда, да, лед есть, правда, он никогда не присутствует в описании того, что происходит с Цинциннатом сейчас, но есть воспоминания, да, конечно же, да, если говорить об анализе таком, тотальном анализе, да, вот всех водяных или каменных проявлений в этом тексте, да, то нужно считать и другие слова тоже, да. Это очень сильно усложнило бы репрезентацию результатов, тем более, да, то есть достаточно посчитать, сколько раз мне действительно показалось любопытный результат морфологической асимметрии, да, то есть действительно камень как таковой. Да, само слово «камень» — это слово редкое. Но это не мотив воды. Мотив камня. Когда вы поставляете камень как материал в субстанцию, которая является материалом, то это непростое сопоставление, потому что камень как материал, видите, со значением конструирования вверх. Камень на камень, кирпич на кирпич. А вода по кирпич. Вода конструктивна и энергетична в своем падении. Камень же конструктивно мотивируется возведением. Таким образом, здесь за этой оппозицией есть вертикаль вверх и вертикаль вниз. С другой стороны, камень является мотивом вообще к синонимичным тюремному заключению, в то время как вода скорее мотивом побега из тюрьмы или сырости тюремной. Что касается лексемы сырость, я не знаю, сколько раз она встречается. Сырой, мокрый, влажный, вы этого не упомянули. Но в отдельно взятых вот таких лексических оппозициях скрыто столько разных субстанциальных подтекстов, что делать категорические выводы количественного порядка, мне кажется, не совсем убедительным. Спасибо за ваш комментарий. Я могу лишь сказать, что, к сожалению, в этом тексте вода тоже, оказывается, связано с тюремными коннотациями. Приведу пример по памяти. Глиняный кувшин с водой на дне, поивший всех узников мира. Мсье Пьер отхлебнул воды из стакана. Да, понятно. То есть, как вам сказать, она там не горизонтальная, не вертикальная, никуда не бегущая. Да? Она вот как та вода, о которой вы говорили в реплике
прошлому или позапрошлому докладчику, да, это та вода, которая, ну, грубо говоря, стоячая, правда, питьевая. Да? Что касается камня, мне бы хотелось просто, почему я говорю именно о том, что это материал, что это не субстанция. Субстанция, если угодно, это твердь. Да? Материал же – это действительно вот то, что может быть применено, в частности, для строительства. Да? Когда мы думаем о Набокове, в частности, о приглашении на казнь, мы склонны думать о том, что Набоков во всем новатор. Его мир совершенно не новаторский. Вот те технологии, которые употребляются в его романном мире, они недалеко ушли от... То есть там слово «бетон» ни разу не употребляется, да? Вот. То есть они строят очень-очень просто, да? И почему я заостряю на это внимание? Почему мне важна именно морфология, камень-камень? Если мы посмотрим частотные словари, если мы построим конкорданцы, которые, как правило, делаются на материале поэзии, там частотность прилагательного каменной и производных словоформ, падежных форм, она будет несколько ниже, нежели частотность повествовательной прозы. С чем это связано, я сейчас не буду объяснять, но мне думается, что если заняться изучением частотности прилагательных каменной относительно существительной камень на материале повествовательной прозы, мы сможем несколько скорректировать те результаты частотных словарей, которые уже построены по поэтическим текстам. Грубо говоря, слово «каменный» очень плохо в стих укладывается. Камень лучше. В прозе же, особенно если эта проза претендует на некоторый эффект реальности, без прилагательного каменной просто не обойдешься, потому что ты описываешь то, из чего состоит та реальность, которую ты как автор конструируешь.